Целый день панька, а вечером тянет на сладкое, мучное, дрожжевое и большое количество фруктов. Это что такое? Это называется жор на ночь. И это то, что останавливает ваше продвижение к фигуре вашей мечты. А на самом деле это проделки инсулина. Это такой гормон, который выделяется где-то 18-20 часов по вашему местному времени, и он прибирает всю глюкозу по клеточкам, и, соответственно, уровень глюкозы в крови падает, и вам нужно обязательно поставить это все дело на место. Это значит одно: вы на самом деле в опасности. У вас преддверие нарушения углеводного обмена. Если вы попадете в систему старости нет, где-то за 2-4 недели мы решим, 2-7 недель мы решим этот вопрос, а когда вы доберетесь до третьей ступени, вы еще и поймете, что вы себя вытащили из просто очень глубокой ямы, возможной по здоровью, куда бы вы могли попасть. И эта яма называется инсулинорезистентность. Огромное количество людей вышли из инсулинорезистентности, так и не отведав всех прелестей сахарного диабета. Друзья, это так важно. Казалось бы, просто хочу жрать именно по ночам. Столько анекдотов на эту тему, но это совершенно не смешно. Я предлагаю вам прямо сейчас присоединиться к системе старости нет. Я просто вынуждена сказать, меня как одного человека не хватает. Поэтому с сентября, если вы решите это сделать, то вы попадете в чат, где отвечают кураторы, но не я, потому что, ну, как бы одному человеку такой объем работы уже сделать невозможно. Поэтому прямо сейчас кликайте по ссылке и попадайте в систему старости нет. Давайте мы остановим нарушение углеводного обмена на территории вашего организма.